Из-за террористической угрозы самолеты компании МАУ «Стамбул-Одесса» и «Стамбул-Киев» были задержаны в аэропорту имени Ататюрк. В полицию поступила информация о минировании киевского рейса. В итоге правоохранители решили проверить и одесский лайнер, который собирался вылетать. Воздушные суда отбуксировали на открытую пустую местность в аэропорту для инспекции. Все пассажиры были эвакуированы в безопасное место. Около 6 часов вечера самолет после проверки благополучно вылетел в Одессу.